Как рассказали нам синоптики, пасмурная погода продержится еще 3-4 дня. Осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега, а во многих районах возможен туман. Температуры воздуха будут близкие к нулю. Ночные температуры с отрицательной стороны, в основном минус 3, ну плюс 2 где-то там на крайнем западе. А дневные температуры будут в основном с положительной стороны, плюс 3, минус 2. Ожидается, что к концу недели осадки прекратятся, выходные столбик термометра днем опустится до минус 7 градусов, ночью до минус 10. А ветер немного стихнет и изменит свое направление на западный и северо-западный. Не исключено, что зима не вступит в свои права и в начале декабря.